Точность движений и полное взаимопонимание. На паркете баскетбольный клуб «Химки». В городском округе прошел третий матч серии полуфинальных игр единой лиги ВТБ. Желто-синие встретились с казанским «Униксом». Химчане уже сыграли две игры в Казани. Пока счет в серии ничейный – 1-1. Для выхода в финал команда должна одержать еще две победы. Борьба с первых секунд матча. Вначале забросили игроки из Казани, но химчане быстро перехватили инициативу. Ответили серией трехочковых бросков. Уже в середине второй четверти преимущество подмосковной команды в счете достигало отметки в 20 очков. После перерыва «Уникс» перешли в оборону, но это не остановило игроков «Химок». Встреча завершилась уверенной победой желто-синих – 91-64. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед. На его счету 26 очков, по 6 подборов и передач. Следующий матч пройдет 29 мая вновь на домашнем паркете. В случае победы химчане оформят путевку в финал и сохранят место на следующий сезон в другом баскетбольном турнире Евролиги. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.